Всем привет! Я наконец в магазине орхидеи, могу поснимать. Тут цветочков много. Просто я одна, никого нет. Вот она, красоточка. Ну, вот, это Амстердам, да, она просто здесь крупнее чуть-чуть, чем у меня. Амстердам. А скажите, пожалуйста, а вот здесь на стеллажике почем орхидеи? Вот на это. 550 единичка. 550. Понятно. Спасибо большое. Ну вы слышали, надеюсь. Так, Матробелла. Вот уже опять новое название. Вот смотрите. Sky Beauty. Они такие непостоянные, разнообразные, видимо, что. Или это фирмы каждая по-своему называет. Вот очень красивая желтая орхидейка. У меня чуть-чуть, вот видите. Крапушки есть. Я хочу посетить. Вот. Ну, они в основном, видите, два ствола, 700 рублей, вот такие орхидеи. Какая-то интересная, грязно-розовая. Где-то я ее, по-моему, видела уже. Сейчас посмотрим, как ее зовут. Тут полустерла, что ли. Не поняла. Вот смотрите, может, кто знает, так прочитаю. Просто я знаю, что это сортовая. Такой цвет. Ну, вот все красоточки присутствуют. Наверху. Я сейчас выйду, сниму этот проспект с магазинами цветочными. Что я как-то попадала, что было очень много людей. Golden Beauty в прекрасном состоянии. Претта это или нет, мне вот интересно. Прошу прощения, опять меня ругать будет. Нет, вот смотрите. Лоси. Даже не знаю. Цветочек-то позже, вот сокоемочка. Белая. Но орхидей много, на самом деле, они стоят плотно. Ой, какой красивый. Серединка. Крупненький. Но Клеопатра здесь одна. Я нашла ее. Мне подсказала моя подписчица Света. Света, большое спасибо. Я еще позвоню, конечно. Она прям переживала, говорит, вы же мне позвоните, когда найдете, как получится. Такая она, тоже она двухрожковая. Вот очень крупный белый крапушник. Оксан, а накануне вот это позабивала? Да. Сейчас, погодите, погодите. Так, тут не знаю, что это. Камни. У них желтые листья. Вот эти отцветайки за 350 рублей. Я бы взяла даже себе. Но у них желтые. Вот они огромные, красивые. Так, вот эти оценочки. Ну, вот такая. Тут рядом еще есть магазин, я зайду к ним. Зашли покупатели. Снова тут магазин небольшой, поэтому тоже такие же здесь. Ну вот, это целая галерея цветочных магазинов. Ну, орхидеи продаются только в двух. Вышло солнце.
Было так пасмурно с утра и холодно прямо. Ну вот такой цветочный рынок. Но в основном здесь оптом покупают срезку. Вот, видите? Сейчас мы зайдем вот этот еще магазинчик и цветочный центр, наверное. И вот еще такие ценочки. Вот я сейчас спросила, это 150. Вот такой желтенький Golden Beauty, наверное. Очень выленивший. Вот это хорошенькое еще. Бандочки, девочки, по 500 рублей. Вот небольшие бандочки. Хочу к ним добраться. Ну, корешки, конечно, плачевные. Ой, ну, смотрите, тут надо вот сюда сядь, иди. Пикник, да, да, сюда сядь. А вот этот, скажите внизу, внизу, пожалуйста, почем вот этот цветочек? Это 650. Угу, спасибо большое. Смотрите, какой беглит. 650. У Лили. Цветущие. Дендры. Дендрофаленопсис. Нет, это кондрюшка. И дендры нобили. Я уже все цены переспрашивала, уже мне неудобно спрашивать. Не могу на ванду решиться, честно вам говорю. Хотя 500 рублей.